Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридий. Сегодня будет такой необычный выпуск. Сегодня мы с вами будем играть в Агарио вдвоем. Сейчас вы все узнаете. Так, для начала я бы хотел защитить свой ник. У меня есть 90 монет. Мы с вами защитим ник, чтобы никто его не своровал. Что ж, играем, да? Так, как тебя звать, называть? Мир. Так, Дамир, хорошо. Так, первый Влад, второй Швед, да, у тебя? Все отлично. Так, я, короче, взял с собой, ну, кошку вот эту. То есть можешь ко мне подойти, я тебе стрельну, ты будешь быстрее. Хорошо, хорошо. У тебя Будешь... какой ник? Ну, как, Дариди. Хорошо. Так, у меня сразу с большой массы, от 200 начинаю. Я уже думал, мы не найдем общий сервер. Я тоже так. Так, ну я снимаю, все уже. То есть ничего страшного в этом нет. Где Удобно. встретимся? Так, я даже не знал, ну как лучше, допустим, корректировать, допустим, в нижнем. Oh, Твою ж no. мать, меня съели. В левый нижний. Да, давай в левый нижний. Сейчас найдем друг друга. Так, у меня, короче, золотая. Я не знаю, как. Окорок такой. Так, ну-ка, сейчас попробуем съесть его. Отлично. 585 у меня уже массы. У меня только 23, меня уже 3 раза съели. У меня один раз съели. Я уже в упор. Ты влево в нижнем, да? Так, я пока только пытаюсь влево, ну, влево в угол пойти. Тут, короче, здоровяки одни ходят. Oh, Твою ж мать, no. меня тоже опять сильно. Ладно, сейчас. Ты это 83, да, у тебя? А, нет, 85, все, я туда. Я думал, сервер поменялся. Все нормально. Это просто можешь не обращать внимания, сервера меняются, Ага. когда этот там, ну, заходишь в главное меню. Так, ну ясно. Ну, я просто посмотрел, что Влад Швед, как бы по этим сориентировался. Так, я в левый нижний угол иду сейчас. По какой стенке идешь? А? По какой стенке? Я даже не по стенке, я где-то вообще в центре. Блин, тут опять здоровики ходят, пытаются меня сейчас съесть. Тут Чапа, Ярослав, Алина, ЛНР. Угу. Простыл, да, что ли? Нет. Просто, ну, откашливаешься так как. Или... Так, сейчас, блин, я не могу дойти тут, короче. Так, меланин какой-то лазит, потом жопа. Твою ж, блин. Они, короче, они как будто бы правда тоже со скайпом играют. Они друг друга не едят, причем вот эти здоровые. Бывает. Такое ощущение, что они как бы ну, заодно. Я не могу, блин. Oh, Твою же. no. Опять сильный. Так, ладно. Мне кажется, нету смысла, если я накидаю массы. Ну, массу. Смотри, сейчас тебя когда съедят, не возрождайся, хорошо? Почему? Ну, я накидаю массу на одно место и... Короче, в одно место накидай массу, шарики, и может ты возродишься рядом. А, не, я просто не знал, как так. Ну, это же, ну, небольшая вероятность того, что я именно там возражусь. Процентов 50. Ну, половина. Блин, тут реально, блин, сложно. Я прям... Я... Единственное, вот я... Oh, Твою ж мать. no. То, что я, короче, маленький, и меня... Ну, нет никакого смысла есть здоровым. Здоровые пытаются, ну, ближе к себе найти. Я рядом со шведом. А вот я справа снизу был. Так, справа снизу. Я, короче, по... Меч. А я по стенке, короче, сейчас ползу. Это я. А, вот, все, вижу тебя. Отлично, сейчас я тебе скорость тебе прибавлю. Так.
Ням-ням. Ярослава сел. Ням-ням. О, спасибо. Так, отлично живем. У меня еще есть, то есть у меня их много, я тебе могу прям почаще подкидывать. У меня было штук 78 этих бомб и немкетов, я их всех истратил. А, у меня котов где-то 400 еще. Офигеть. Это я в рулетку выиграл. Серию отдельную, когда снимал. Так. Отлично, будем сейчас Ням-ням. вместе держаться, думаю, так будет уже как-то попроще. Нам, блин, вот на первом, на втором месте бы быть, тогда вообще было бы лафа. И подальше от колючек держаться. А, блин, Ты знал, если ты ты разделен из напоминай. 1 на 8 частей? Ты знал, если ты разделен на 8 частей, это, ой, на 16, ты можешь колючки хавать. А, и ничего не будет, Да, ничего не будет, просто их будешь кушать. да? Не, знаю, когда, если ты, допустим, ну, Ням-ням. если ты маленький, то тебе как бы тоже колючки, ну, как, ничего не дают, ты там как бы спрячешься от них, от больших. Да. Так, отлично. Ням-ням. Мне уже 936 масса. И она, ну, потихоньку-потихоньку тратится. Ты, кстати, на 8-м месте. На Восьмом? восьмом? На седьмом? Ух ты, на шестом уже. Так, Офигеть. замечательно. Делись. Думаешь, делиться? Нет, смысла нет. Я вот почему не люблю делиться, то что мне потом легче съесть. Ням-ням. Так, Ням-ням. ну-ка. Ням-ням. 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 Так, мне повезло. Тебе? Так, на каком месте? На шестом? Да, думал, меня съедят там. Так. Ярослав. Может, не надо его есть? Что-то он как-то... А ты турбо включаешь в себе? Ну да, иногда. Блин, сейчас тебя съедят. Давай лучше. Ням-ням. О, отлично. Блин, не того. Хотел тебе... Ням-ням. Тебе дать хотел, ништяк. Мне кажется, Ярослав не оденется. Так, блин, на каком месте? На шестом уже. Отлично. Ты его... А, да, ты бы его смог скушать. Я невкусный, Денис. Давай, отлично, ну, хорошо же Ням-ням. подсказал. Так, на ком я? На пятом месте? Ням-ням. Ты сам смотри аккуратней. Угу. Рядом со мной бегай, я постараюсь тебе... Че, делиться, нет? Нет, не советую. Потому что надо. Хотя бы я бы съел Ярослава. Потом бы тебя съели, Ну может хотя быть. он вроде смайл. Хотя смотри, он тебя хочет съесть. Ням-ням. Ярослав. Угу. Ну-ка, может быть. Турбо. Так, турбо. Блин, ну я сильно большой. Мне кажется, турбо не поможет. Если хотя бы, ну, приближенно ко мне равный по массе, тогда еще можно турбо включить. Ух ты, там... Подкорми. Так, на какую кнопку? Русская C. Ням-ням. Так, русская... А, все, понял. Че, тебя What съели? the fuck? Он, Ням-ням. короче, у него невидимка была, по-любому. Потому что я его не видел, не он как-то неожиданно появился. Ням-ням. Ням-ням. Ух ты, меня Дима кормит, не знаю, может, подписчик он. Ням-ням. Ням-ням. Он прям полностью скормил. Ням-ням. И Ням-ням. сам отдался. А он маленький был? Ну, нет, не такой уж маленький. Ты сейчас куда идешь? Так, я в левом углу, где-то вверху. И я, Так, так, понял. на третьем месте. Уже хорошо. Вдвоем действительно как-то, ну, попроще играть. Причем я курицу только один раз использовал. Ну, или мясо какое-то, вот это, золотое. Блин, а ништяки просто все отдал. Мне сейчас есть будет. Sweet! Нет ништяков. Ну, коты вот этот. С радугой, который. Понял. Ням-ням. Так, я просто не знаю, блин, а вдруг Ням-ням. тут мои подписчики, я их беру и ем. Так, ну, очень было странно, что он мне, как бы, полностью отдался, он, как бы,
тоже не маленький был. Ну, небольшой, но и не маленький. И благодаря нему я сейчас на третьем месте. Примерно у него сколько масс? У него Не... был ник Дима. Дима, Дима, ну. Я его только что скушал. Да? Ну, в меня вошел. Ага. Или может он это просто другим людям помогает, такой волонтер. Так, я, короче, где-то по центру, не знаю, ну в левый угол стараюсь идти. Я тут левый верхний только что пошел, тебя тут нету, иду в левый верхний. Я просто это, на середину вышел, а сейчас опять в левую иду, в левую сторону. Мне просто, видишь, я медленно очень. Неповоротливый. Так, я слева, короче. Тут вообще все такие маленькие. Думаю, мне ничего не грозит. Я помню, на каком-то сервере был. О, блин, там, короче, у всех всякие эти были бонусы. И они там бомбы всякими ракетами стрелялись. То есть вообще было невозможно играть. Тут я такого не, тут я такого не замечаю. А, это ты? Ты рядом, да? А, отлично. Так, сейчас тебя попробую покормить. Я пока не жду, ну, когда соединюсь. Ням-ням. Да ёлки-палки. Ням-ням. Ням-ням. Так, Линь, тебе тоже надо немножко как-то... Посмотрите, они тоже... Алина с кем-то, с 14-м, они тоже, мне кажется, вместе. Вон еще Карина со шляпой. Кстати, у него какая-то шляпа лепрекона какого-то. Я не знаю, ну, что она дает, какой бонус. Это ты о. Нифига себе, вот ты этот меня. Говори. Этот меня, блин, что хотел сказать-то? Этот меня точно съест, зеленый. Сейчас деление, может. Этот, а ты когда шапку выбил, ты радовался? А, ну да, я там это, какую-то эмоцию выразил. Твою ж мать. Блин, я не заметил, что ты договорился. Он, я же видел, что он в колючку стреляет. Вот так вот легко тут умереть. И все сразу начинают на тебя накидываться. Да, походу дело. Блин, а был, смотри, на третьем месте. Сейчас на шестом. Этот, будут зажимать, куда они делись. Ням-ням. Ням-ням. Отлично, ням-ням. 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 Что-то Пётр... Так, ну-ка. Блин, не успел. Оу, нет. Влад, Влад меня съел. Кстати, сервера, правда, меняются. Допустим, у меня уже это 47. Хотя сервер тот же самый. А ты не обращай внимания, это все равно будет, да-да. Где встретимся? Так... Ну ты, ну давай рядом с правым, по-моему, мы вправо уже были. Вправо верхний? Так, ну давай постараюсь дойти до туда. У меня, по крайней мере, сейчас ништяки есть. Ну, бонусы вот эти. Так. Все, я по... Ух ты, тут Таня, Таня, Танечка. Отлично. Так, смотри, у меня уже, я должен в топе уже появиться. Быстро. Димка, Димка мне плюс еще помог. Хорошо, я опять на третьем месте. Спасибо тебе, Дима, не знал, кто ты. Я, короче, в верхнем... А? Дима, какой левел был? Левел? Ну, я не знал, какой левел у него. Он, короче... У него вот аватар... А, все, вижу. Аватарка это сталь. Ну, вообще, вот он, видишь его в маске. Вот это мне помогает, ну да. Дима. Так, не будем его трогать. Сильно. Так, давайте подкормить, наверное, надо. Так. Ты не бойся. Это какой... Я не знаю, это тот Дима, нет? Потому что другой Дима был, он... Он это, у него маска, короче, Сталин... А вот это... Ава Сталина была, короче. Это... Ну... Oh, yeah. А, это... Это этот, кто...
Все, я понял. Ну, это бонус, да, как? Ну, бустеры, короче. Так, лишь Дима на седьмом месте у нас. Так, я на четвертом. Почти дошел до на пер, до, почти до первого места. Долази, и там уже сложности начинаются. Так, мне надо, короче, схавать кто меньше меня, чтобы тоже массу набрать. Так, ты можешь напоминать, я тебе буду ништяки давать. Ай, жалко, что не съел. Покорми. Вот, отлично. Ага. Все. Растем. Так, я на четвертом месте. Ням-ням. Так, отлично, спасибо. Так, опять на третьем. Оу, oh, yeah. Ты на третьем, я на восьмом. Слушай, а что дают, допустим, я вот, ну, вот это у меня сейчас смайл такой, аватарка Сталина. А, там писали, что он дает типа плюс 25% к массе, а он нифига не дает. Не дает? Ну, это в смысле, когда я, допустим, может быть, ем кого-то, я быстрее. Может. Расту. Может, в этом плане. Кстати, сейчас типа, могут этот, ну, топеры прийти, потому что, типа, ты цель. Короче, если тебя кто-то съест, типа, ему больше могут массу дать или что. Воу! О, я невидимый. Теперь нужно съесть. Успею, нет? Надо, я думаю, турбо. А, у меня турбо-то нет. Ну-ка, сейчас, вот, возможно, съем. Ням-ням. Отлично. Это кто такой? А фиг его знает, это Влад, наверное, или Шопа? Это, Влад. Да, Влад первый. Так. Они тебя там могут зажать, кстати, наверху, справа наверху. Блин, ну придется мне все равно. Ням-ням. Туда идти. Там, по крайней мере, колючки. Не, все, он меня уже не съест. Единственное, он может колючки пустить. Кстати, а я попробую сейчас что сделать. Ням-ням. Отлично. Ням-ням. Есть у меня шанс хороший. Его... Ням-ням. Ух ты, блин. Я его раздраконил. Там еще кто-то говорит. Красный. По-моему, это и есть. Это вот. Там Влад и... Оу, ноу. Все, съел меня. Но он меня зажал просто. Я не знал, куда деваться. Так. У тебя сейчас сколько билетов? Оу, oh, е. Yeah. Билетов? А я просто, ну, один билет у меня. Оу, oh, е. Yeah. Я в правом углу. Вниз иду. Вот я, кстати. А, все, все вижу. Так. Давайте КТ дам. Не-не-не. Хорошо. Так. Ну-ка, я попробую Асти Балата. Блин, такой хороший шанс был. Все. Так, ну, это... Я в тебя делюсь. Осторожней. Тебе проще, ты можешь пока по колючкам прятаться. Тебя Дима жмет? А нет. Димка. Ну, Димка, в принципе, мне ничего не сделает. А, ну... Ну, до этого он меня постоянно кормил. Ням-ням. Сейчас что-то а, нет, перестал. Дима, тебя ничего... Ты, кстати, на четвертом месте. Ну, круто, быстро. Ладно, не будем Димку трогать. Может быть, он всех как бы подкармливает. Ну. Ну, два раза он меня прям кормил. Прям полностью. А тут три Димы на сервере, так что. А-а-а. По-моему, Дима 17 вот был. Или я, честно говоря, не помню. Так, ну попробую прицельно. Что-то ты прям разделился совсем. Я вот не люблю делиться, потому что я очень уязвим становлюсь. Все быстро. Знаешь Джейкоба? Как? Джейкоб. Не знал, но слышал что-то. Он тоже ютубер. Ага. Ну, не знал, мне нравится. Вообще много есть, как бы,
сильно не вдавался в подробности. Ням-ням-ням-ням. Я вот Олега Брейна смотрю. Хорошо снимаю. Я тоже. 3 миллиона, больше уже 3 миллионов. Я устрел, когда у него еще даже вот только-только до 2 миллионов доходило. Еще не было даже 2 миллионов. Вот. Я этот раз его часто смотрел, потом вообще забросил. Ну, интересно, посмотрите, особенно когда ну, какой-нибудь совместно у них. Там они с Дашей что-нибудь снимают или там, с Алексом, mm-hmm. Еще с кем-то. Этаж прикольно, когда они рубятся. Ну, просто диалог послушать. Еще смешно. М? Ну да. Такая, ну, черта юмориста. Ну, умеет как бы говорить правильно. Не понял. Так. Оу, yeah. Давай Татьяне тоже дадим. Sweet! Так, на первом месте так мы и не побывали. Хотя близко-близко. Прям уже было у нас прям первенство рядом. Я не понимаю, как тут в чате люди общаются, потому что я, если что-то писать, это надо же быстро успеть написать, пока ты что-нибудь пишешь, тебя могут съесть или там какую-нибудь пакость тебе сделать. Нет. А? Кошка. Ага. Все, кстати, последние. Нет. Ну, пока что нет, их же 5 даются. Дима, Дима 18. Вот этот, по-моему, Дима добрый. Ням-ням. Дима 18, который. Ладно, попробуем разделиться, если кого-нибудь найдем. Турбо что-то я редко использую. Не пригождается. Так. По ночам мало народу играет. А? Не очень. По ночам мало народу. Ууу, там как выше. По ночам мало этот народу играет. Ага. У тебя же сейчас 23:45. 23:36, ну, почти что. И, кстати, ну, может, у меня часы немножко неправильно идут. Хотя вроде по интернету. У тебя 45 прям минут. Ну-ка, ну-ка, сейчас турбо попробую съесть его. Если я съем, то везет, кто первый его съест. Вот этот дракон. Oh, no. Нет, он выиграл. Жопа всех съела. Тебя а? Тебя опять съели? Ну, да там, короче, этот из Mortal Kombat был, короче, с аватаркой. И за ним, ну, ник с ником жопа, короче. Нифига себе, меня сейчас опять съедят, какого фига, хотя он... Oh, no. Пипец, он... Он был намного больше меня и меня догнал. Где встретимся? Так, ну, давай слева. В левый верх? Ты вверху, ну давай вверху, слева вверху. Вот, там, короче, аватарка была из Mortal Kombat. И жопа, короче, с ником. И я пытались его съесть. Вот кто бы его съел, тот бы вообще мог бы первенством завладеть. Но хотя он был на втором месте. Он получается, он съел, короче. Кстати, это ты знал про баг тот раз на Дельта был? Ну, на сервере Дельта. Типа бесконечные там вещи. Не знал. Вот я. Да я как бы, ну, багами стараюсь не пользоваться, все-таки разработчики. Как бы, ну, не любят, когда... багами пользуюсь, тем более я летсплей снимаю, мне вообще как бы это не а стоит. А нет, а в чём этим... это сам сервак такой был багнутый. Ага. Ням-ням. Ну почему бы, если как бы баг есть, почему бы как бы им не воспользоваться? Вот, потому что баг же со временем уберут, пофиксят. Так, у меня одни кошки остались у меня. Что-то курицы закончились. Или окорок. Что там? Мясо, короче. Курица? А, понял. Ну, вот это мясо золотое. У тебя сколько алмазов? Так, алмазов? Я не знал, где-то около
40 или 50. Понятно. Ну, спасибо. 45 где-то вот так. Я просто, ну, в рулетке тоже два раза выбивал алмазы. Можешь мне кошку кинуть? Так, кошку, подожди, сейчас. Ах ты, блин. Зря кинул. Ты Ярослав, если бы там не был. Ну, хороший шанс был, попытка. Мог бы так быстро вырасти. Мне больше нравится, ну, как можно быстро массу набрать. Любого мяса берешь. Просто это эффект неожиданности такой. Ты, допустим, рядом примерно с такой же массой. У тебя, допустим, 400, у него тоже 400. Ты хоба ешь мясо, ну, рядом с ним прям. Он знает, что ты его не съешь, и ты мясо как бы хаваешь. И, соответственно, масса у тебя прибавляется, и ты его тоже захватываешь. Я тут раз, короче, знаешь, как обманывал? Ну, установился АФК. На меня кто-нибудь, ну, Sweet! Больше шел чуть-чуть. Я брал мясо, ага. Потом... Да-да, но я про это же и говорю, то, что так очень легко быстро массу набрать. Вот, допустим, сейчас примерно такого, ну, чуть-чуть побольше масса у... Видишь, да, его? Так, шарлатан какой-то, да. Я бы сейчас кусочка 2-3 съел и легко бы его смог как бы это заглотить. Попробую его на колючку. Блин, ну, почти, да. Ладно, у меня есть турбо. Попробуем увернуться. Смотри, злится. Не, ничего, он не успеет сделать мне ничего. Ой, все к скорости. Oh, yeah. О, нифига себе, я прям как турбо включил. Wow. Ух ты, как быстро. Вот. Влад, по-моему, мне тоже помогал. Я не знаю, стоит, если его нет. Ладно, не будем. Кушай, кушай. Нет, по-моему, Влад помогал мне. Это Вадим. А, Вадим? Ну, или Вадим. А вот Дима, по-моему, 18. Не, ну это точно не вот этот Дима. Вот этого Дима, я думаю, можно съесть. Блин, аспиринка выросла. О, спасибо. А, я уже, наверное, не успею. У меня турбо закончилось. Кошек-то у меня много, я вот единственно думал, блин, как-то их тратить надо на кого-нибудь. Ням-ням. Ням-ням. Так, тут, да, очень хорошо, когда ты с кем-то играешь, как-то разговариваешься. Намного проще все равно. Сейчас тебя с деления съедят. Oh, no. Я так и думал, что мне сердце съедят. Так, где встретимся? Так, сейчас что-нибудь возьму. Уже 28 минут играю, думаю, стоит сейчас закончить серию. Давай еще разок сыграем. Давай. Ням-ням, ням-ням. Так, ты где будешь? Я иду в левый нижний. Так, я пока что вверху, иду пока влево. Так, я массу не взял, зато я взял... Блин. Меня скушали, как всегда. Чё-то у меня все исчезли. Oh, no. Это баг, интересно. Быстро. Так. Ты в левом, да, углу? Да, в левый нижний. Иду. Так, ну, по левой стенке. Пока что пытаюсь туда дойти. Всё, я попор. Съели? Не, только что пытались съесть. Ух ты, блин, меня тоже съели. Да что ты будешь делать? Мне проще, я... А ты VIP, кстати, нет? Я что-то не заметил. Я нет. Я-то просто с массой 200 начинаю, так все равно попроще немножко. Твою ж мать, так хватит мне есть уже, достали. Только появляешься. Ну, потому что у меня масса большая, и меня пытаются сразу съесть. Только появляешься. Этот, а слушай, это ты только что немка откинул? Нет.
Это, слушай, например, ты на игры донатишь, ты по сколько голосов покупаешь? Oh, no. Блин, ну по-разному. Ну я иногда просто, я как бы обещаю, в честь, ну охота просто как-то раскрутиться. Зрители уже, аудитория есть, приходится как-то, ну, для зрителей что-то делать. Это чтобы, ну, интерес привлечь. По-разному, ну я, допустим, на Вормикс тратил, вот сейчас потратил, на Агарию, ну, по мелочи там еще какие-нибудь игры. Ну, допустим, вот на Вормикс я больше всего потратил. Сколько? Сколько я, короче, покупал? 700, так, 700... 100 голосов, да? Не, я 200 даже покупал голосов. Офигеть. Голосов, в общем, на Вормиксе я, наверное, 400 потратил. И надо будет, я как обещал, еще потратить 100 голосов. На Вормикс? Вот. Ну да, вот 15 числа я просто обещал. Но я это сделал как бы заранее. Заранее. Я сказал, когда было 4000 подписчиков, я как бы куплю 200... Ой, этих 700 рубинов. Вот, но я, по-моему, заранее покупал. Я, честно говоря, не помню, но раз обещал, уже все пишут, что уже давно 4000, почему не покупал, не покупаешь, короче, рубины. Я как бы отвечал, что я покупал рубины. Ну, я заранее купил эти рубины, когда еще не было 4000. Вот, ну, раз просят, придется купить. Еще раз, будет интересно. Вот, я, по сути, уже хорошо прокачаюсь. Там уже все оружие прокачаю. Как-то у тебя все равно там какой... интереснее будет смотреть. У тебя там какой левел? Левел? Так. Я же не помню. 17, что ли? Не, или больше. Как ты не замечаешь? А? Я влево могу. Сейчас вниз еду. Я сверху, короче, иду вниз. Так, вон он, Саня. Саню я вообще не знаю. Так что, я думаю, его можно съесть. Сейчас его догоню. Oh, no. Обхитрил меня, стрим, бывает. Что говоришь? Ты стрим делал на канале? Не, я как бы стрим... Ну, я не пробовал на Ютубе стрим делать. У меня как бы Twitch канал есть, там я пробовал делать стримы. Как бы зрителей там нету, не было у меня. Вот, но я подумаю, как бы, чтобы стрим сделать. Может быть, даже отдельный канал создам, там чисто будет стрим. У тебя 3 канала или 4? Сейчас, на данный момент, у меня 5 каналов. У меня в группе там есть. Офигеть. Ну, как бы 3 они более-менее раскручены, а 2 только-только начинают. И уже как-то, знаешь, профессионально уже привыкаешь, ты просто так уже в игры не играешь. Если там захочешь поиграть, ты по-любому включаешь. У меня программка этот Action, я раньше бандикамом пользовался. Ты уже... Вот я. Чтобы как бы, ну, приятно с полезным совместить. Уже играешь, и по-любому надо снимать. Так, лишь... Ну что, думаю, давай последний раз сыграем в этой серии. До проигрыша. Я думаю, ты сейчас быстро умрут. Уже серия что-то затянулась, 3-4 минуты идет. Ну, неплохо сыграли, кстати, поиграли. А? На какой канал записываешь? Не понял. Ты на какой канал записываешь? А, ну, игры ВКонтакте у меня. У меня сейчас основное игры ВКонтакте, потому что... Там хорошая аудитория уже смотрит. Получается... Ладно, ничего. Что ты хотел сказать? Угу. Ну, говори. Получается, ты сейчас записываешь потом этот ролик на канал, да? Да. У меня не сразу, то есть не прямая трансляция. Воу!
Ну, не знаю, мне так проще, он у меня быстро заливается. Я уже как бы привык. Просто стрим ведешь. Вот бывает что-нибудь, ну не хочешь выкладывать это. Стрим в любом случае все уже видят. Как бы этот ролик. А так ты еще можешь там что-то передумаешь выкладывать. Ну, бывает, не все выкладываешь, там что-то оставляешь. Но в основном, как бы, я стараюсь все выкладывать. Ну, стримы, вот стрим мне говорили. Ну, собираюсь провести стрим. Думаю, канал даже вот отдельно создам. Там будут стримы чисто. Oh, yeah. Вот ты же сейчас слышишь звуки, там, как я мышка бью, да? Ну, да-да. Это я через просто через планшет разговариваю из-за этого. Угу. У меня тоже, у меня микрофон чувствительный, и все вот эти звуки посторонние, они очень хорошо слышны. Вот если бы как бы, ну, чисто, допустим, он бы направляющий был чисто на меня, а он, получается, по окружению... Твою ж мать, ну-ка, кыш. Нам-нам? Сейчас я возмещу потери. Нам-нам? О, отлично. Угости меня. Нам-нам? Нам-нам? Ух ты, Пётр мне отдался. Ух ты, сейчас нас зажмут по-любому. Хотя, смотрите, боится вот этот папаша. Так, чуваш. Ты на восьмом месте. На восьмом? Блин, ну в трассе я вообще был на третьем. Все-таки, видишь, вот я сейчас без мяса играю, и намного сложнее. Я же забыл, у меня есть эти штучки, эти палец, или как они называются. Блин, ой, я в тебя, что ли, попал? Сейчас возьмите. Оу, oh, ноу. No. Все, сели. Так, ну что ж, сейчас со зрителями попрощаюсь. Ребят, мы играли в голодные игры круче Агариум. С вами Ладариди. Вот сегодня как бы играли вдвоем, было интересно. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до скорого, пока-пока.